«Первая республика» на большом экране. В Уфе прошел закрытый показ фильма режиссера Булата Юсупова. Съемки начались в мае прошлого года. История республики в лицах – поэты, писатели, общественные деятели. Среди них имена Хадиида Влешины, Даута Юлты и Газиза Альмухаметова. В годы репрессий было расстреляно 44 человека. Один из героев картины, Касым Азнабаев, был в числе первых главных редакторов газеты «Башкортостан». В конце 30-х он сумел выжить. Фильм основан на реальных событиях. И результаты, которые я ставил в проекте, конечно, это надо у зрителей просить. Потому что если они услышат меня, если они эмоционально и словесно скажут какую-то важную мысль, которую они вынесут из картины, и она совпадет с моей, конечно, для режиссера любого это большое счастье. Государственная поддержка фильма – 9 миллионов рублей. Его премьера в Кумертау назначена на 18 марта. Показ будет на башкирском языке с русскими субтитрами. Картина – один из юбилейных проектов для республики. Булат Агай сказал, что не обязательно актеры должны быть похожи на внешний. Мы должны были, наверное, быть похожи больше всего внутри. Что мы хотим этим сказать? И мне кажется, что удалось.